И в продолжении темы господдержки. На этот раз для представителей бизнеса путь на маркетплейсы, крупные торговые онлайн-площадки, стал для самозанятых короче. А ведь это позволяет расширить круг потребителей. Так, самозанятая из Твери конструктор Елена Недостоева представила на одном из популярных интернет-магазинов бескаркасную мебель собственного производства, что дало толчок развитию дела. Выйти на онлайн-площадку ей помогли специалисты центра «Мой бизнес». На каких условиях можно получить поддержку государства в следующем материале выпуска. Елена Недостоева оформилась как самозанятая 1,5 года назад. По профессии она модельер-конструктор, инженер и дизайнер. Знания и желания позволили начать свое дело – производить бескаркасную мебель, легкие мобильные изделия, которые легко могут поднимать даже дети. Елена сконструировала и отшила их сама. Это кресло. Оно предназначено для взрослых, также и для детей. Оно стоит, все удобно. И, кстати, они делаются под рост человека. То есть маленькие будем делать меньше, большой, значит, будем спинку делать больше. То есть это тоже идет индивидуально. А это как бы для маленьких. А еще оригинальные фигурные подушки, их обычно покупают для украшения интерьера или пуф для каркасной мебели, которые заказывают предприятия. Мастер арендовала помещение, закупила оборудование и ткани. Со временем захотелось расширить масштабы, выйти на маркетплейсы, то есть торговать в интернет-магазине. Работа по выводу товаров на онлайн-площадку под силу специалистам, поэтому обратилась в центр поддержки «Мой бизнес». Лет 10 назад я открывала как ИП, и через 1,5 года я закрылась, потому что не было поддержки никакой. Вот. А центр «Мой бизнес» очень хорошо мне помог в этом плане. Это обучение, это консультация по сложным вопросам. И вот выход на маркетплейс. И мне стало легче, то что начинается движение. Сейчас товар представлен на одной популярной онлайн-площадке. Услуга по выводу в интернет-магазины предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым. Чаще всего это те, кто занимается пошивом одежды, игрушек, изготовлением сувенирной продукции. Мы помогаем зарегистрировать аккаунт на площадке, сделать профессиональное фото. Также туда входят всевозможные рекламные кампании, которые возможны на данных площадках. Данная мера предоставляется на условиях софинансирования. Центр «Мой бизнес» оплачивает до 100 тысяч рублей стоимости услуг по выводу товаров на маркетплейс. За помощью самозанятый или предприниматель может обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону или отправить заявку онлайн. Она рассматривается около 5 дней. Поддержка предпринимательства – одно из ключевых направлений развития экономики. Глава региона отметил рост числа жителей Тверской области, которые хотят заниматься своим делом. Хочу отметить значительный рост числа граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых. Сегодня это очень перспективное направление. В регионе такой статус имеют более 28 тысяч человек. Напомню, что в Тверской области действует ряд мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Это субсидии, льготный займ, услуги по выходу на крупные российские маркетплейсы, что тоже способствует росту числа предпринимателей в регионе.